А вы когда в душе моетесь, вы поете? Обязательно. Ванечка, понимаешь, я думаю, что это самое, самое прекрасное место для певцов. У вас акустика, акустика. Конечно, там же ванна, знаешь, звучит все. Оперу можно петь, там, на высокие ноты брать, все такое. А потом выходишь в микрофон, и все по-другому. Скажите, а влияет ли температура воды на высокие ноты? Ну, если... Нет, вода не влияет, баня влияет. Баня. От бани садится голос. Серьезно? Как это все у другого, да. Сразу. Вот оно все. Вот эти я попробую. Это контрактава.